В Южной Эстонии отмечены случаи появления мошенников, которые представляются сотрудниками спасательного департамента, якобы проверяющими работу отопительных систем. А на самом деле они пытаются незаконно проникнуть в чужие дома. В частности, ведомству стало известно, что 5 октября в Йигиловском уезде видели двоих мужчин, которые называли себя инспекторами и под предлогом необходимости проверить работу отопительных систем пытались зайти в квартиры. Визита инспектора по пожарной безопасности департамента службы спасения бояться ни в коем случае не нужно. Просто нужно знать, как определить, правильный человек перед вами или же это самозванец. Инспектор приедет к вам на красной машине, на которой есть эмблема департамента службы спасения. Он одет в специальную форму. Форма может быть нескольких видов. На форме есть имя, фамилия работника департамента службы спасения, а также эмблема департамента службы спасения. Инспектор может предупредить вас о своем приходе, но это делается не всегда. В случае рейда инспектора, конечно же, не предупреждают о своем приходе. Предупредить они могут либо через председателя квартирного товарищества, либо прислав вам информационный листок, или же позвонив. Наш инспектор никогда не попросит оплатить штраф на месте, тем более наличными деньгами. Если выносится решение о штрафе, тогда об этом департамент службы спасения выдает отдельный документ, на основании которого штраф должен быть оплачен. Штраф оплачивается банковским переводом и ни в коем случае не наличными деньгами на месте. В случае появления сомнений следует первым делом потребовать, чтобы обратившиеся к вам люди предъявили свои служебные удостоверения. Обо всех подозрительных гостях нужно немедленно известить спасательный департамент.